фрейм-ап-стрип – яркое явление среди женских танцев, окончательно сформировавшееся как отдельный стиль в 2017 году. В сочетании с противоречивым дамским характером он совершенно уникален. Это не шаблонное, не стандартное решение стрип-пластики, перед которым невозможно устоять. Здравствуйте, меня зовут Екатерина Заславская. Сегодня в нашей программе «Уроки танцев» мы продолжаем изучать стиль стрип-пластика «Фреймстайл». Давайте вспомним нашу композицию. Разворачиваемся спиной, ложимся на правый бочок. Вытягиваем правую ручку, ручку вместе с ножкой. Становимся на коленочку, вводим ножку назад, корпус вниз, ножку вверх. Раскользили, поднимаем корпус и с прогибом становимся на четвереньки. Ручки проводим по себе, делаем две волны. Раз, два. Ручки соединили, уводим назад, волна телом, пам. Становимся на коленочки, ручки вперед. Правая ручка провели по телу, поставили ручки на пол. Отводим коленки назад. И с левого плеча на правое переводим голову и отворачиваемся. Делаем с правого плеча сначала плечи, с левой ножки поднимаем быстренько и резкий поворот головы. Левую коленочку подводим к себе для разгона, отталкиваемся назад, разворачиваемся. Ручки у нас на ножке. Стоим на правой коленочке и красивой ручкой рисуем кружок. Угу. Дальше у нас идет выпад. Сначала мы уводим назад правую ручку, потом левую. Ставим правую сначала на локоточек, когда левая ручка касается пола. Ножка немножко проскользили. Левую ножку поднимаем, правую убираем из-под себя и ложимся на пол. Ручки вытянули. Левая ножка у нас должна тянуться вверх. Давайте повторим это движение. Правую ручку сначала назад, затем левую. Правую ставим на локоточек, левой касаемся, убираем ножку. Левую вытягиваем, ложимся корпусом на пол. Правую ножку убрали из-под себя и вытягиваем красиво ручки. Задержались. Давайте повторим наш выпад. Достаточно сложный элемент, но если немножко потренироваться, он обязательно у вас получится. Правую ручку вытягиваем, затем левую. Правую обязательно на локоточек. Правую ножку уводим из-под себя, левую выводим наверх. Затем ложимся на правый бочок и сгибаем нашу левую ножку. Упор идет на локоть. Левая ладошка, также мы стоим в упор. Левую ножку мы вытягиваем, опять же, для того, чтобы разогнаться. То есть, как бы, можно немножко сначала заранее вот так вот замахнуться. Так мы поможем подняться данный элемент на правую коленочку. Также мы сгибаем левую. Затем вытягиваем левую ножку, кладем правую и затем левую. И дальше, как будто бы болтаем ножкой, вытягиваем правую, левую сгибаем. Раз, наоборот, два, на три ножку собираем к себе и поднимаем корпус. Давайте повторим. Начинаем выпад. Правая ручка, за ним левая. Правая на локоточек, вытягиваем ножку, правую вводим из-под себя, вытянули ручки. Угу. Собираем ножку к себе, поворачиваемся на правый бочок. Ручки ставим на упор. Правая на локоточек, левая на ладошку. Ножкой разгоняемся и становимся на правую коленочку. Левую тоже сгибаем. Вытягиваем левую ножку. Правую положили, затем левую. Сгибаем левую ножку, правую вытягиваем. Раз. Теперь наоборот, два. Ножки под себя. Три. Поднимаем корпус. Давайте повторим все с самого начала. Ложимся на правый бочок, спиной к зрителю. Ручка с ножкой. Раз. Поставили на коленочку. Уводим назад. Корпус вниз, ножку вверх.
Поднимаем корпус и с красивым прогибом вверх. Угу. Ручки по себе. Волны руками. Раз, два. Уводим назад. Волна телом. Ручки вперед. Закрывает нижнюю часть лица. Правая ручка проводим по себе. Поставили ладошки на пол. И коленочками скользим от ручек. Там. Голова от левого плеча к правому. Отвернулись. Делаем плечи, ножки, голова. Здесь обязательно очень резко повернуть голову. Дальше. Левую коленочку к себе. И по инерции как бы выталкиваем себя назад. Разворачиваемся. Ручкой красиво нарисовали кружок. Разворачиваемся. Правая ручка, левая за ней. Ставим правую. Уводим правую ножку из-под себя. Левую вытягиваем. Ручки вытянули красиво. Ножки собираем. Разворачиваемся на правый бочок. Ручки на упор. Обязательно правая на локоточек, левая на ладошке. Ножку вперед для разгона и становимся на коленочку. Вытягиваем левую, кладем правую, затем левую. Меняем местами. Раз. Снова поменяли местами. Два. Ножки под себя. Поднимаемся. Три. Теперь левую ручку мы уводим назад. То есть к зрителю мы поворачиваемся бочком. Коленочки поднимаем. И показываем наш красивый прогиб. Мы скользим пальцами по полу. Сначала у нас уводит голова назад. Скользим, скользим. Упор у нас на голове. То есть если мы поднимем руки, мы сможем спокойно держаться. Вот наш красивый прогибчик. Угу. Теперь правую ручку наверх над головой, левую к себе. И наши ручки делают волну навстречу друг другу. И раз, два, три, четыре. Теперь ручки в стороны. Становимся на локти и помогаем себе подняться. Давайте повторим с самого начала. Поворачиваемся спиной к зрителю. Ложимся на правый бочок. Приготовились. И ручка с ножкой на коленочку. Уводим назад. Корпус вниз, ножка вверх. Поднимаем корпус. И с красивым прогибом поднимаемся на четвереньки. Становимся на коленочки. Проводим ручками по себе. Две волны. Раз. Два. Уводим назад. Волна тела. Сели. Снова встали. Провели правой ручкой по себе. Поставили на пол. Коленочками скользим от ручек. Пам. Теперь начало плечи. Папам. Ножки. Папам. И резкий поворот головой. Пам. Угу. Коленочку к себе. И выталкиваем себя назад, разворачиваемся. И пам. Ручки поставили на ножку. Левая ручка. Красиво нарисовали кружочек. И теперь на коленочках разворачиваемся в другую сторону. Снова ставим левую ножку. Уводим правую ручку назад, затем левую. Правую ножку уводим из-под себя, левую вытягиваем наверх. Корпус кладем на пол, на спинку. Вытягиваем правую ручку. Собираем ножки на бочок. Ручки на упор. Помогаем нашей ножкой разогнаться. И становимся на коленочки. Вытягиваем левую ножку. Кладем правую. Кладем левую. Поменяли ножки. Раз. Поменяли ножки. Два. Ножки под себя. Поднимаем корпус. Три. Теперь левую ручку уводим от зрителя, коленочки наверх. С головой уходим назад, скользим пальцами по полу. Ручки поставили правую к голове, левую к себе. И четыре волны. Раз, два, три, четыре. Ручки в стороны, на локоточки и поднимаемся. И когда мы собираем ножки,
либо мы выводим немножко в сторону и при этом как бы немножко разворачиваемся. Провели нашими кончиками пальцев по ножке красиво, раз, и обратно, два. Когда мы провели пальцами, вернулись обратно, левую ручку на упор, левую ножку к себе, поднимаем бедра, а ножками проводим под собой, вывели в другую сторону, и теперь выпрямляем правую ножку и закончили. Теперь давайте повторим с самого начала. Лежим на нашем правом боку и ручку с ножкой раз подготовили. На коленочку два. Рисуем. Отвели ножку назад. Корпус вниз. Вверх. И с прогибом поднимаемся красиво. Ручки по себе. Две волны. Раз, два. Уводим назад. Волна тела. Пам. Сразу встаем. Ручки вперед. Правая ручка вниз по себе. Ладошки поставили. Коленочки отводим назад. От левого плеча к правому головой медленно провели. Отвернулись от зрителя. Плечи пам. Ножки пам. Резкий поворот головы пам. Левую коленочку к себе и разворачиваемся. Обязательно делаем ножкой толчок. Так нам будет легче развернуть. Ручкой показали красивый кружок. У нас на коленочке разворачиваем. Становимся в ту же позу. И правую ручку назад ввели, левая. Правую ножку убираем из-под себя. Вытягиваем левую красиво. Ножку вниз. На бочок поворачиваемся. Ручки на упор. Делаем разгон ножкой и становимся на коленочке. Делаем лягушку такую. Вытягиваем левую ножку, кладем правую, кладем левую. Поменяли ножки местами, раз, снова поменяли, два. Ножки под себя, поднимаем корпус, три. А теперь давайте просто потанцуем. Фрейм-ап-стрип – это микс эпатажа, дерзости и акробатической сложности нескольких танцевальных стилей. В его основе пластика и грация женского тела, окутанные дымкой чувственности и отточенной техникой движений. Надеюсь, вам понравилось. Танцуйте вместе с нами на телеканале «Сейн».